20-ку он пошел. Ну, я говорю, недорого. Еще нормально оделся. Да, 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 нормально оделся. Вот эти уколы же по 120 тысяч за укол. Везу, говорит, бабушке, говорит, везу. Лекарства, говорит, уже, говорит, вложили, говорит, 320 тысяч. И не факт, что поможет. И не факт, да. Или не факт, что дойдет до нее этот укол тоже. Что ее уколят вместо него, конечно. Да. По 300, по 500 тысяч, по полмиллиона вкладывают, а в конце концов все равно человека попадает. Ну вот знакомый говорит, забирал вещи, ну, умер от ковида мужчина в больнице. Забирал вещи. Ну ладно, то, что полотенце там постельное не его, эти лоточки не его. А лекарства отдали, говорит, не вскрыты даже упаковки. А он неделю там пролежал. Чем его лечили? Нафиг тогда выписывали лекарства? Сколько таких случаев известно. Выпишут список, дадут выписать лекарства. Пакет придешь, врачу отдашь. Да. А потом это пол пакета идет на лечение, пол пакета назад в аптеку. Конечно. И сзади несколько раз оно продается. Это всю жизнь такое было. Сотрудничает с аптеками. Он в ту или через дорогу. Да, там все. А что я туда пойду? Я хочу в другую, свою, там какую-то аптеку. Да, да нет, здесь вот я выписываю список, я знаю, что там все есть. Но они все равно же это же отдадут туда, конечно, и все равно продадут. Конечно. Они не потеряют в любом случае. Конечно. Что же так и дурят нашего брата. Грех, конечно, и на медиков обижаться, но это если медика, если в основном, ну, как они, да, купленные, есть, вот идет все. Капуги эти. Те же порядочные, а есть. Так. И такой, ну, же те же порядочных, мне кажется, по пальцам пересчитать. Ты спадки хочешь, жизнь моя, а? А что зеваешь? Кислород закончился. Вот цветочек. А сколько мы должны? Сейчас я сюда заеду, секунду. А, давай. Тут заехать. Остановились там. Да.